Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас рубрика «Фастфуд», новинка от Burger King, сибирский чикен. Такая вот симпатичная упаковка, сердце Сибири. Вот. А ценник составил 339 рублей, новинка. Значит, 305 грамм весит он. Написано следующее. Спасаем леса Сибири вместе. Часть выручки с продаж коллег «Сердце Сибири» мы направляем на установление прекрасных сибирских лесов, подражающих от пожаров. Добрая новинка для тебя. Сочная курочка, ароматный бекон под нежным сметанным луковым соусом на булочке с кунжутом. Кинвайли маринованные огурчики, лучок фри, салат айсберг, ломтики помидора. А в бургере у нас 710 килокалорий, 36 граммов, 35 граммов жиров, 25 граммов белков, 73 грамма углеводов. Калорий довольно много. Ну что, давайте разбираться. Размерчик у него такой неплохой, 300 грамм. Фишка, я так понимаю, бекон, там все остальное, это классика. С курицей фишка именно в соусе. В этом луково-сметанный, пахнет вкусненько. Давайте дегустировать, погнали. Очень вкусно идет. Бекончик, маринованные огурчики. Очень вкусный вот этот соус сметано-луковый. Напоминает чипсы есть сметана-лук, сметана-зелень. Очень похоже. Сочный, большой, вкусный. Единственное, на мой взгляд, здесь не хватает немножко сыра. Вот с сыром было бы повкуснее, но в целом очень неплохо. Да, ребята, кайфовый бургер, вкусный. Опять же, отличается у нас от всех остальных чисто соусом. Последний у них была новинка песто. Мне она вообще не понравилась. Вот это намного вкуснее. Намного. Хорошая булочка, вкусный соус. Неплохие стрипсы. Бекончик. Огурчики. Салат весьма неплохо. О, да. Ну что, ребята, это очень неплохо, несмотря на то, что здесь всего 300 грамм, он довольно калорийный и сытный. Заходит очень приятно. В принципе, новинка мне понравилась. Отличается, опять же, повторюсь, только соусом. И соус очень достойный. В общем, практически доел и готов сделать заключение. Заключение могу сказать следующее. Если не считать цену, а он дороговатый, вот, бургер мне понравился. Классный соус, вкусная начинка, курочка. Опять же говорю, бекончик заходит отлично. Вот, поэтому я поставлю 4 балла из 5, твердую четверку. Да, на мой взгляд, до пятерки не дотягивает некоторым нюансам. Первое, что здесь все-таки стрипсы идут, небольшое куриное филе. Они неплохие, но не вау. Соус на пятерочку, булочка тоже вкусная. Еще бы добавил сыра. Но в целом очень неплохо, приятная новинка. Рекомендую, берите, не пожалеете. До новых встреч.